Всем привет! Всех с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом. Давно уже не снимала никаких видео, давно ничего не показывала, и, собственно, очень много работ уже подарены или проданы, и поэтому покажу сегодня прям совсем-совсем чуть-чуть то, что есть в наличии сейчас, то, что могу показать. Первое, что покажу, это вот такой медвежонок. Он связан из пряжи Ализе Лана Голд Классик. Это шерсть и полушерсть, полуакрил. То есть он такой вот прям шерстяной, такой колюченький медвежонок. И первый раз делала крепление лапок, ручек и ножек, соответственно, на пластиковых суставах. Пластиковые суставы заказывала на AliExpress. Не могу, кстати, сказать, что я прям вот безумно ими довольна. Не могу сказать, что, не знаю, может быть, не так подобраны по размеру, вот, к данной игрушке. Может быть, нужно было игрушку чуть-чуть поменьше. Да, они, в принципе, крутятся, ножки. Ну, вот как-то хотелось бы большего вот такого прилегания, что ли. Ну, то есть получается, что все равно лапки, они так вот как-то от тела. И здесь тоже. Хотя все крутится. Не знаю, насколько долговечно. Собственно, это вот первая такая игрушка с такими подвижными лапками. Вот, поэтому вроде бы все функционирует, но не могу сказать, что мне очень нравится, что получилось. Это раз. Два, было довольно тяжело вставлять. То есть вот этот пластиковый сустав, он по сути напоминает глазки безопасные. То есть основа вставляется в такую шайбочку. И вот в эту шайбочку было крайне сложно. Мне приходилось некоторые даже слегка подплавлять зажигалкой, потому что ну, это невозможно было вставить просто. То есть вот это вот отверстие, как бы винтика, да, винтовое, оно не входило вот в это круглое шайбочки отверстие. Ну вот, значит, это вот такой вот мишка. Ну и глазки здесь, соответственно, на безопасном креплении. Следующая игрушка тоже связана была еще задолго до Нового года. Это вот такой мишка. Я его сейчас подальше, наверное, как-то попробую. Вот так. В шапочке, с помпончиком и в снудике. Соответственно, шапочку можно снять. И получится вот такой вот светлый, но не совсем белый мишка. Такой светленький, скорее бежевенький мишка. Снуд связан из акриловой пряжи. И шапочка, собственно, тоже связана из акриловой пряжи. И помпончик. Шапочка с ушками. Вот. И дальше покажу три грызуночка. Где-то еще один четвертый грызуночек потерялся. Первый вот такое вот колечко с множеством всяких разных элементов. То есть здесь силиконовые бусинки, силиконовая такая подвесочка. Здесь можжевеловые бусинки. Здесь клубничка, это пищалка. Дальше, соответственно, тоже силиконовые, можжевеловые. Бусинки с разной обвязкой. То есть они отличаются на ощупь, вот эти вот все линии. Здесь тоже вот такая вот обвязка на бусинке. Здесь гремелка вставлена в эту долечку. Дальше листики. Бусинка вот с такой обвязкой. И долька шуршит.
Вот. Ну и такое вот деревянное колечко. И довольно много, в общем, разных элементов, которые можно перебирать, погрызть. Вот, колечко. Дальше такой морской грызунок. Это рыбка. И на ней, ну, собственно, тут ничего особенного. Тоже только гремит. Никаких пищалок, никаких шуршалок. Здесь собрано на вот такую вот разноцветную веревочку, а здесь все на вязаный шнурочек. Ну и, соответственно, тоже бусинки с разной обвязкой и можжевеловые бусинки. Здесь больше ничего, собственно, не добавлено. И вот такой грызунок в форме рыбки. Это второй и третий. Где-то еще есть четвертый, куда-то я его положила. Но они, собственно, одинаковые грызуночки. Самые-самые простенькие. Просто вот такой радужный браслетик, грызуночек. Тоже все цвета радуги, можжевеловые бусинки. И вот такой вот цветочек синенький. Вот, это, собственно, все, что на данный момент у меня есть в наличии. Остальное уже все показывала. Много чего тоже связано было, но уже нечего показать. Сейчас вяжу очередную погремушку, гусеничку. Потом, как свяжу, через какое-то время постараюсь показать. И еще хотелось бы спросить, что было бы интересно, помимо вот обзора игрушек, что было бы интересно посмотреть, что было бы интересно снять и показать вам. Пишите в комментариях, заходите на страничку в Инстаграм, там, в принципе, выложены все работы, которые были мною связаны. Поэтому смотрите, рассматривайте, подписывайтесь. Буду очень рада лайкам, комментариям. Все, всем пока-пока.